О, здравствуй. Я не думал, что сюда вообще кто-то придет. Видимо, тебе интересно. Да? Ну, раз так, начнем же, что ли? Ох, это я, Шаурма. Тот, кто делает для вас эти замечательные видео. Дубляжи и озвучки. Ну и другое. Он так старается. Аж интересно на него смотреть. Чувак, твоя популярность упала, понимаешь? Что? Короче, сам взгляни. Блин, а ты прав. А что сейчас популярно-то? Блоги и анимации разговорного характера. Я никогда не пробовал подобное. Ну, я постараюсь. Отлично, тогда я помогу тебе. Ну что ж, давайте поговорим. Попробуй отвечать на комментарии, это тоже популярно. Точно! Буду отвечать на комментарии! Никнейм СА. Мило. О, так это СА! Вау, большое спасибо! Мне приятно, что у меня под роликами пишут такие хорошие вещи. Мяу. Пельмешки Студиос. Я одна пришла послушать твой прекрасный голос? Ой, да сегодня праздник прям какой-то. Большое спасибо. Hey, Мэнди в Студиос! Над голосами и превью все еще надо поработать. Особенно над превью. Бла-бла-бла. Не умеет у нас никто в Шаурме Студиос работать на превью. А благо этот коммент я уже читал, и мы разобрались, что он будет делать мне превью. Большое спасибо. Мисс Зигскэт! Шаурма, ты меня уже знаешь, но пожалуйста! Я уже тебя на стриме просил, сделай продолжение 24-й части Баппи Тейл, пожалуйста! Которая озвучка от Шаурмы Студиос, так что сделай продолжение 25-й части, умоляю! Боже, автор закрыл проект. А, ребят, хотел предупредить, то, что продолжение вышло, мы его сами дорисовали. В общем, все сделали, анимацию там, круто. Короче, ссылочка в описании на видос 25-й части. Да, мы продолжаем, ладно, смотрите. Как я устал! Может, что-то другое все же будем делать, а? Давай запечи блог. Но это уже все. Я устал немного. Окей. Ну, здравствуйте. Я снимаю для вас блог. Я совсем не гоняюсь за популярностью, а просто делаю для вас интересные видео, мои фанаты. И просто случайные люди. В общем, здесь я бы хотел поделиться всеми секретами, укутавшие Шаурма Студиос. Так что, Погодите, что происходит? Что происходит? Стой! Чувак, наверное, тебе стоит делать то, что ты делаешь, и не гоняться за популярностью. А то эти блоги и анимации, это слишком сложно. Думаю, ты прав, компадре. Надо просто работать с душой, а популярность придет сама собой.